Большой фестиваль мультфильмов представляет. Он пересек море. Я не знаю как, но он пересек море. Я принц Лоран. Король Ланко. Он обезьяна из другой страны. Мы разместим его в музее. Как только они увидят мой экземпляр, меня восстановят в академии. Как я хочу увидеть их лица. От режиссера фильма «Картина». Как родители дают тебе такую свободу? У них времени обо мне заботиться нет. У них очень важная работа. И сейчас их работа — это ты. Я не хочу играть с вами, я не цирковой уродец. Вот там твоя страна, Том. Помоги мне отсюда выбраться. Пожалуйста. Почему такие замки? Они боятся воров? Нет, тут в городе нет воров. Но им нужен страх, принц. Вот почему тут решетки. Твой народ должно быть очень гордиться этим городом, самым красивым во всем мире. Для них никакого остального мира нет. Господа, я прибыл из другой страны. Он чужак, это точно. Он груб и примитивен. Через 20 лет после выхода «Королевства обезьян» приготовьтесь к новому приключению. Вперед, принц! «Путешествие принца». Фильм Жана Франсуа Лагиани и Ксавье Пикар. Слушай. Лес разговаривает с нами. Смотрите на Большом фестивале мультфильмов. Информация на сайте мультфест.ру.